5 июня, добрый вечер, мои зрители. Я отправляюсь в новое путешествие. Ну а пока 9 вечера практически уже. Сейчас я вот застегиваю последний карабин на спортжилете. Надо брать мачете, прорубать. Титаническими усилиями обошел я залом. Вот это проток. Вон там вот ниже яму, выше. Смотри. Думал поглубже, оказалось не так глубоко, как хотелось бы. Но тем не менее бросить можно. Тут уже практически ямы, залом закончились, плюс. Кидать, если он подтобрен. Ну, все равно глубина хорошая. Главное, что опять не подойти. Не подобраться. Собственно, обычный сплав. Шестое июня, 9:52. Швартанулся я у этой симпатичной липы, бывшей, ну уже это мертвяк, он завернула ей кору, ну, конечно, липа обалденная. Вот место, где мы. Позади. Вон она. Ну тут мотает меня немного течением. Перекаты вон там вон. Все взято. Ревизия сделана, кое-что добавил еще. Теперь дальше что-то жрать захотелось. Весь сырой. Практически уже к известному месту подплываю. Чуть-чуть еще лодку подгрузил. Ох, и мотает меня. Вот слияние всех трех протоков. Отгребаю заломы. Сейчас поворот туда, и там будет проток. Вон она, брыз. Попробую увидеть.
бегает. Здорово! Как рыбалка? То же самое. Стоит машина чья-то, но народу не видно. Все на рыбалке. Ну вот страшное место. Надо уходить. Иначе занесет. Вот как он красавец. Живописнейшее место, известное вам по прошлым сезонам. Можно идти на течение, сейчас кончится это все добро. Я иду дальше. Вон еще.
Вот я швартанулся. Интересно сходить вот по тот залом покидать, тут пройти можно. И вот здесь пара коряк. Ну и думал, что можно сделать навес, а это, оказывается, и палка упала. Короче, сушусь, сейчас кушаю, а там видно будет. Время уже 12 час. Вон к тем сопкам мне надо. Вот к ней. Принайтовано. Аккумулятор, наверное, уже зарядился. Надо проверить. Сумасшедшие картины вот такие. Вон огромное дерево. Так, подгребаю. Надо отвлечься от фильма. Сейчас прорыбачил в яме. Нифига нет. Поклевок даже нет. Какие-то хариусы, мелкие линки. И все. Мы обошли ямы тут. Наш отель коммунизм. Вон она. На горизонте. Ну уже ближе. Невозможно не снять или не сфоткать. К ней гребем. Там впереди опять слалом какой-то. Помечается. Коряги. Сейчас надо уходить. Сразу вправо. Поэтому я берусь за весла. Гора все ближе. Трикрата 15-20 время. Сейчас к ней поворот и как бы по ее мысу пройдем. Ну тут гуляла во всю речка, сносила деревья вековые и двухвековые. Вон за ней еще одна гора видна вдалеке. Сейчас на максимум поставлю, по 4 крат. Плыву, двигаюсь. Так, заносит меня вот под тот вот курс. Сносит меня не понять куда. Вот она, Гауда, хребет, гора. Сейчас к ней будет подходить. Ну пока так, на 25% адреналина. Но все равно для первого дня сплавного, конечно, нормально. Пол четвертого, 15:30 времени еще валом, даже до 18 я планирую как-то место нужно поймать. Вот дальше с местами будут проблемы. Так, грести надо. Эти горы за моей спиной. Откуда я пришел, приплыл и вот вперед плыл. Все, тут широченный проток, она омыла остров огромный. Не было его два года. Это все вот появилось. Дальше что-то грустно. Фиг знает, может тут тормознуться. Песочек, все. Или дальше путь. Ладно, поплывем дальше.
вот она гора, это скала. Да, поменяло русло. Было тут маленькое, а сейчас вон промыло, пробило опять, черти че, несколько протоков. Зато можно остановить, полно дров. Побеседовать с местными жителями. Я даже не знаю, что творится тут. Веселье какое. Ну хочется мне достичь своего места. Особых буреломов нет там. Золомов, да нет, так мелкие палки. Не буду загадывать, что это за сопки, но кажется, мне надо к ним. То есть это вот мой сегодняшний дневной план у их подножия оказаться. Ну, опять же, смотрим напрямик, да, с увеличением. На самом деле, гораздо дальше. Куча сюрпризов. Вот Гауда за спиной, хребет. На карте хороший ориентир. Фактически это всего лишь половина пути, да, я сказал. Ну, может, не половина, а сейчас, учитывая магазин, да, я сказал так, две трети. Если считать не от снежного, а от дороги. От снежного, может, даже и. Ну, затрудняюсь, ну, какой. Пока вроде тихо, нормально, но надо поднажать, потому что времени все меньше и меньше. Вот такие пироги. Кстати, рекомендую перчатки. Для гребли оказались тоже классные. Вот такие вот. Рука не стерта, все нормально. Так, сносит меня, ну, на берегу лежит. Затекла нога у меня. Хочется подвигать, но неудобно, и есть хочу. Все, ахтал полный. 16:40, разобрал почти все в лодке. Сейчас еще лодку пополоскаю. Тут 2 километра примерно, полтора. До реки Сан, собственно, река уже вот она начинается. Просто участок такой интересный, с зигзагами, с кучей протоков, сложный, неудобный пристать. Собственно, помню я, куча заломов вот по этому краю здорово. Поэтому эта коса, может, даже и последняя. Ну и она шикарная, там есть куда покидать, вот проточка на речку идет. Там несколько проточек. То есть плес глубокий, ну, воблеры можно сделать. Короче, вот здесь буду чалиться. Как бы, в принципе, повадки рыбы известны. Малька много стоит, поэтому раз есть малек, можно смотреть. Сейчас моюсь, мою лодку. Черт с ним. Горы подождут до завтра. Упрвать тоже вредно. А раньше разобью бивак. Как бы отдохнуть хочется. Ночь толком не спал практически. Ну и вообще. Жара уже 30-ник, а то и 35. Солнечный удар получить можно. Надеваюсь в белое. В общем, пока все. Плюс надо сожрать лишнее, потому что еды, ну, много. Как бы все-таки перегруз. Может, даже здесь базу сделаю промежуточную. Сейчас посмотрю, как мазь зайдет, как зайдет рыбалка. То, что, если вдруг перспективы какие-то будут, то можно сантиметров на 30 надеюсь, вот здесь повыше что-то поставить. Чтобы полметра хотя бы она отыгрывала. Ну и, собственно, ориентир вот известный. Это вот все разобрано, представить, как оно влазило, непонятно. Боремся непонятно с кем. Неужели? Голова. Это мешонок. Это мешонок маленький. Опять отпускать надо. Взялся хорошо, гадан. Так. Ой, краснохвостая. Зараза. Да.
Тупо не работает. Ищем большое, попадаются селедки. Да. Снять не получается. Мальками. Вон. И пошел. Дальше охотник. Часов 22 минуты утра. Вторые сутки путешествия. Проснулся я 4:20. Скорее разбудили даже птицы своими песнями. Завтракаю, пью чай. Пробую рыбать. Так. Допью чай, пройдусь. Видим углеры, лесы, поищу яму. Вчера бродил, безрезультатно. Ям нет, они мелкого. Вот эти все заломы вот там лежат, обмелевшие, туда уходит протока. Погода странная вот. Обещанный дождик надвигает. Фронт идет заметно. Ну надо сегодня сделать хотя бы 25 километров. Дойти до точки, до которой намечал дойти вчера, но не смог, жарко сильно устал. Как бы физически тоже. Замахался веслами и пилой. Поэтому упал. Первый день втягиваемся. Резких перегрузок не надо. Пришло время ее испытывать.
вообще вяло. Малька много, но мелочь в основном. Тут перекат, а там коряга. Перекат уйти. Корягу обрулить. О, вон оно дно. Уже глубоко. Яма сливки. Вот оно найдет. Кидаем коряги. Ну, это уже второй день. А за ним был и третий. За ним был дождь. Десятки километров на байдарке среди заломов, коряг, по бурным перекатам и выматывающим затяжкам. Десятки забросов в места, где, казалось бы, должна была рыба, но было одно сплошное разочарование. Но все-таки момент наступил, ради которого это путешествие затевалось. И добыча трофейная была поймана, найдена, вытащена на берег. Было еще куча всяких нештатных ситуаций. Ну, как три промокших комплекта одежды под ливнем. Прыгающие кабаны, как всегда. Причем в этот раз кабан прыгал вверх, а не вниз. И, наконец, счастливый финиш. Благополучно. Если вам кино понравилось, может, я выложу, конечно, еще и по другим дням. Ну, этот фильм об одном дне на быстрой воде всего лишь, который не такой был простой. Колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, 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 там. Шел я к высокому небу не зря, спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там. Там-тарам, там-тарам. Верю, что все неудачи стерпя, жизнь отдавая друзьям и дорогам, я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там, за поворотом, там, за поворотом, там, там-тарам, там-тарам. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда. Там, за облаками, там, за
за облаками. Там, там-тарам, там-тарам. Глубина, ёбана мать. Ой, блин, место. Первый улов. Ну это вообще, это смешно, это не рыба, это селедка. Уже солнце появилось. 6 утра, ну вот. На третий день появилось солнце и комары. Погода пошла на поправку. Так, надо выбираться. Попробую встать. Оп, сразу как все стало радостно, симпатично. И может даже рыба начнет клевать. Климатическая. Ну сразу другой вид стал, жизнерадостный. Поэтому цепляю воблер, иду. Пол 11-го, поздно стартанул я, зато все посушил. Ну и теперь новые приключения, маршрут известен, пара сложных мест будет еще. Речка Белочи вот впадает, это сейчас я супер драйв сделал, ну, там еще одна подляна. Ну, в целом, с сегодняшними садскими всякими. Тройник разогнут, при том, что он взялся на два. Воблер. Сейчас его разделывать. Фу, неожиданная остановка внесла. Ну да, хорошая чуйка. Ну видно, что малька нет, значит он всех зачистил. Малька тоже. Так что. Включаемся. О, черт и че, забито заломами все. Проход вот под этим берегом сюда. Залив Байкал. Фу. Ну я тут останавливаться не буду. 8 вечера ровно по нолям. Саранки она возьмет. Вот они. 6 утра. Ну уже не 6, уже 7 утра. Занят я хозяйственными делами. Ночка выдалась веселая, опять кругом тучи. Поэтому готовлю рыбу. Горячего хочется. Турманский флаг. Завершение дальнего похода одиночного. Фу, путешествие поднят. Причем благополучного завершения.